Первый этап Кубка президента региональной федерации шахмат Сергея Корякина прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Оригинальность турнира – это встреча под открытым небом. В этом году объективно дети помладше, поэтому с ними чуть попроще, но тем не менее они все равно талантливые, все равно молодцы. Участников соревнования поделили на несколько возрастных категорий. Юные шахматисты в рамках каждого этапа сыграли турнир по быстрым шахматам. Самым стойким оказался 11-летний Андрей Бетев из Солнечногорска. Сергей Корякин очень сильный игрок. Я боялся вначале проиграть самым. До ошибки, мне кажется, я играл хорошо. Шахматы учат планировать свои действия на несколько шагов вперед, развивают стратегическое мышление. Это отличное упражнение для ума и концентрации. Для детей это общение с гроссмейстером, которое, в принципе, может остаться у них на всю жизнь, это память. Поэтому это здорово, что у них есть такая возможность. Надеюсь, что это придаст им импульс для того, чтобы они совершенствовались, занимались, побеждали. Впервые Кубок Сергея Корякина состоялся в Подмосковье в прошлом году. Он стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». Тогда в нем участвовали больше 100 шахматистов, и с каждым годом его популярность растет. Раиса Киян, телекомпания «Одинцова».